Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Два месяца назад мы приготовили горгонзолу. Сыр с благородной голубой плесенью. И теперь у нас получилась горгонзола дольче, или горгонзола слабо выдержанная. Давайте ее разрежем, попробуем и посмотрим, что получилось. Конечно, можно было ее выдержать 4 месяца, но что-то я не рискую, если честно. Сверху сырок выглядит очень замечательно. Давайте посмотрим, какой он внутри. Ну, очень надеюсь, что внутри он тоже выглядит не хуже. И, друзья, мои надежды увенчались, так сказать, успехом. Сыр выглядит внутри потрясающе. Конечно, если бы его оставить еще на месяцок-другой, плесень бы еще сильнее бы разрослась. Но так срез, по-моему, очень классный. Реально красивый. И, как обычно, показываю крупный план, чтобы вы видели. Ну, блин, это, конечно, просто класс. Я сейчас, друзья, его просто вожделею, этот сыр, попробовать. И прежде чем пробовать, я, конечно же, побегу за вином. Я все-таки решил вопрос с вином отложить до более поздней дегустации не на камеру. А сейчас я хочу продегустировать горгонзолу дольче. Друзья, она мне так нравится на вид. Она так ароматно пахнет. Причем никаких посторонних запахов. Я настолько доволен этим сыром. Он получился просто потрясный. Естественно, наружную вот эту вот корочку я срезаю. Так, я это уберу, чтобы вы видели, что я делаю. Я срезал наружную корочку. Потрясающий аромат. Орехово-грибной. Это фантастика. Это просто фантастика. Реально сыр получился. У него настолько, вот он четко повторяет вкус. Такой хороший вкус голубой плесени. Это просто нечто. А вот что значит хорошие ингредиенты? Очень важно, друзья, чтобы были хорошие ингредиенты, чтобы была жизнеспособная плесень. Кстати, плесени – это одна из самых больших проблем интернет-магазинов, которые фасуют культуры по маленьким пакетам. Поэтому горгонзола дольче – еще одно доказательство качественного продукта, качественных культур в интернет-магазине сырок.com.ua. Реально плесень, ну, культура, у нас, кстати, еще дозревает несколько сыров с голубой плесенью, так что ждите обзоры новые. Ну, сыр, вкус у него идеальный. Он вот именно такой, как должен быть. Друзья, завтра из этого сыра сделаем еще один очень интересный салатик. Сразу за этим, прям по ходу, будет видео. Ну, это не салат даже. Это один из вариантов, классических вариантов подачи и сервировки горгонзолы дольче, как закусочного сыра, к столу. Будет очень вкусно. Сыр потрясающий. Друзья, я даже не знаю, что здесь сказать. Представляем, рецепт в описании видео вы найдете, как мы его готовили, как мы делали. Также в описании видео вы найдете все ингредиенты, ссылку на интернет-магазин, там где мы покупали закваски, ферменты и, самое главное, качественную культуру благородной голубой плесени. Пробуйте приготовить горгонзолу дольче. Посмотрите видео о приготовлении. Приготовление очень простое, один из несложных сыров. По 5-бальной шкале, от легкого к сложному, если единицу взять за легкий, а пятерку за сложный, я бы двоечку поставил бы по сложности. То есть сыр очень несложный, быстро вызревает, а вкус просто потрясный. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, если видео было вам полезно. А мы с Ларисой готовим для вас новые интересные сыры. Всего доброго, пока!